Многие футбольные эксперты не исключают победы киевского «Динамо» в сегодняшнем главном матче Кубка Украины над «Шахтером». Футболисты «Динамо» утверждают, что в этом матче у белосиних есть козыри. Но, естественно, с таким ходом событий не согласны футболисты титулованного футбольного клуба «Шахтера», который выигрывает Кубок Украины уже 3 года подряд. Начало встречи в 20:00. Прямая трансляция на телеканалах «Украина» и «Футбол-2».